Всем привет! Мы остановились в придорожном кафе. Я заказала свичково. Если будете в Чехии, обязательно попробуйте это национальное блюдо. Свичково на сметане, филе на сливках. Традиционное блюдо чешской кухни и настоящая гастрономическая достопримечательность Чехии. По сути, это говяжье жаркое из филе в особом соусе. Свичково – название филе или вырезка в чешском языке. Это мясо из задней части туши крупного рогатого скота. По наиболее распространенной версии такое название происходит от формы мяса – мышцы, напоминающей свечу. Другая версия связывает свичково с традицией пиршества при свечах, которые мясники были обязаны устраивать ученикам один раз в год. Нарезанное пластинками мясо тушат в небольшом количестве воды, нередко его предварительно маринуют и немного обжаривают, доготавливают в соусе. В состав соуса входят пассированные овощи, бульон, специи, мука, лимон без кожуры, горчица, сахар, сливки. Соус должен быть однородным, поэтому его протирают через сито или взбивают в блендере. Свичково на сметане подают с хлебом, кнедлинками или картофелем, который может быть жареным или в виде пюре, а также клюквенным, брусничным вареньем и взбитыми сливками. В Чехии существует множество вариантов этого традиционного рецепта, который в основном слегка меняет вкус соусов. Dat noemt het soms, is het vrij. Vroeger. Aha. Genau. Ja, was met zo'n kaart. Ja, goed. Voor zijn vlees. Niet meer.